Меня зовут Диана, со мной тут Марина. И до Нового года осталось 3 дня. 3 дня. В общем, сегодня был очень странный день. Я лично ничего не делала, потому что мне было плохо. Марина сегодня училась, поэтому мы, как обычно, ничего не сняли. Но у меня была вообще идея снять видео обращение ко мне год назад. И так, скажем, сказать это пока этому уходящему году. И я писала все это себе, как бы скрипт, чтобы там все красиво снять, знаете. Но потом что-то я решила, блин, зачем это все так обдумывать? Слишком много, лучше надо так вот поставить камеру и просто сказать. И я потащила Марину с собой, потому что, мне кажется, это хорошее, знаете, как это... Подвести итоги. Ну да, можно так сказать. Хочешь начать или не начать? Начни ты. Если бы я вернулась на год назад и могла бы дать самой себе совет на 2015 год, я бы сказала, наверное, сфокусируйся на учебе, очень много не задумывайся о каких-то мелочах, и выборы, которые предстоят тебе сделать, то есть тебе, это я говорю Диане, да? Выборы, которые тебе предстоят сделать, они будут очень сложными, и ты не будешь знать, что ты будешь делать, но в итоге все будет так, как должно быть, и ты не будешь об этом жалеть. И пусть это будет тяжело тебе и людям, которых как-то это... заденет, и вообще, к которым это относится, да, какие-то твои выборы в жизни. Но в первую очередь надо, наверное, думать о себе все-таки в каких-то таких ситуациях важных. Так что да. Еще бы я, наверное, сказала, что этот год будет и хорошим, и плохим, но больше, наверное, хороший в плане того, что вы с Мариной очень хорошо подружитесь. Кстати, ты будешь приезжать в Корею каждый месяц. Ой, в Корею, в Сеул каждый месяц. Что тебе будет тут очень-очень весело, и то, что ты себе там придумывала, типа, вот, мол, у меня нет лучшей подружки, как делать, что делать, почему я такой один? Нет, такого больше не будет. Смотри за этим. Еще бы я, наверное, себе сказала, не расстраивайся много, просто не расстраивайся много, потому что оно все это приходящее, уходящее, потом ты будешь о нем вспоминать и думать, что это была дурочка. Пока все, может, Марина сейчас что-нибудь скажет, я тоже, может, что-нибудь придумаю. Я хочу пожелать себе в 2015 году. Почему мне так грустно? Марина, не грусти. Меньше смотреть на внешность людей, и больше думать о том, какие они на самом деле. И когда общаться с человеком, закрыть глаза, забывать о его внешности, просто представлять, какой он хороший на самом деле человек, и не упускать разные возможности. Но на самом деле, если сейчас хоть все так и произошло, я думаю, до меня дошло, надеюсь, не поздно, год еще не закончился, Марина, так что файти. 3 дня есть! В общем, я посоветовала бы себе быть смелее, не думать о том, что думают обо мне другие люди. Самый главный совет. Потому что то, что я косячила в этом году, это все было из-за этого. На самом деле, мне кажется, это был самый пипец такой год, масштабный. Я бы посоветовала себе больше путешествовать по Корее, ну, хотя бы по Сеулу, меньше сидеть дома. И не жалею, конечно, о том, что я училась так прям усердно, потому что, да. Вот об учебе я не жалею, потому что я училась как надо. Но из-за учебы, я не знаю, я гуляла, мне кажется, меньше, чем хотелось бы. Но время еще есть. Пыталась быть менее ленивой, но я кошела себе этого каждый день, каждый год, каждый год, всю свою жизнь. Ну, в общем, в 2016-м я тоже себе это посоветовала. Я бы себе посоветовала не вмешиваться ни во что, что меня не касается. Ну, как, вот оно было, я обожглась, я так больше не делаю. И желаю, и... Но если бы я вначале не обжигалась, конечно, было бы приятнее, да? Ну, как, все учатся на своих ошибках, но если бы я могла, то я бы, наверное, сказала, да, не лезь. Просто вот сиди на своей попе и сиди в своё себе. Еще я посоветовала себе купить этот для бровей, чем я сейчас пользуюсь, потому что, хо, если бы она была у меня в начале года, ребят. Брови — это все, о чем я довольна в этом году. Ой, давай поговорим о том, чем мы довольны в этом году. Давай. Диан, короче, в этом году... ты встретишь Новый год с Мариной. И вот как встретишь, так и проведешь. Вот. Потом ты будешь приезжать в Сеул, и каждый раз, когда ты будешь приезжать сюда, ты просто будешь думать... Как? Ты просто будешь думать, хватит пить! Вообще, в этом году Диана первый раз пойдет в клуб.
Первый раз в жизни. Первый раз в этом году пошла? Да. Да ладно. Да. Никита прерывает наш видео-сэшн. Я думала, она уже будет закрыта. Не, на самом деле нет. Ой, в этом году Диана загуляет, на самом деле, это. В начале года. И Диана, что еще было? Водиться с братьями, которых ты не видела уже лет 6. Что? Диана сделает куча-куча глупых вещей, но ей будет весело. И Диана будет себя корить за то, что они глупые, а потом она все равно будет веселиться. Так что лучше вообще ничего не думать об этом на самом деле, Диана. Ужасно. Диана в этом году сдаст психологию на 4. Диана в этом году пойдет в 12 класс, последний класс. Диана в этом году решит наконец-таки, куда она хочет поступить. 100%. Диана нормально сдаст экзамены, боже мой. На самом деле нормальный год был, что-то я сейчас так подумала. Я сейчас кто-то вот это все рассказывала, на самом деле было столько интересных, ну и хороших вещей. Ну, произошло в этом году. Я так подумала, вот я поняла, что у меня 2015, сросся с 2014, и я не понимаю, где что. Я не знаю, это плохо, потому что это память меня подводит, как обычно. То ли не было прям ничего такого особенного, что захотелось бы запоминать. Ну, в этом году хорошее произошло. Я познакомилась с многими интересными и хорошими людьми. Я подхожу уже к концу учебы корейского языка. Я подружилась хорошо с Дианой, съездила в Пусан. Там мы очень хорошо повеселились. Да. Сходила в зоопарк. Да. А, да, есть много вещей, которые я сделала в первый раз, которые делают люди в свои там, лет в 5, так что. Ну да, я сходила в зоопарк, я ходила в аквапарк. А ладно, в аквапарк я ходила. Ну ладно. Я ходила в зоопарк, я много погуляла по Корее, ну как много. Моей ленью это большое достижение, то, что я поездила по Сеулу. А Диана еще переехала. Диана, ты переедешь, прикинь. Люби свою кровать, я умоляю, спи там каждый день, потому что потом ты переедешь, и тебе будет другая кровать. И мир станет другим. Зато у тебя вид там красивый. Да, ну там тоже красиво. И Марина тоже переедет. Я переехала 2 раза. Как вы слышите, если вы слышите это. Я переехала в очень прекрасное место, с хорошим расположением, с будильником по выходным в 10 утра. А так все, я мне нравится это место. Мы вдвоем на кровати умещаемся. Так, что ж, да, последние слова Марине в начале 2015. Будь храбрей, не суди о людях по их внешности и не поступай с людьми по предрассудкам. Я скажу, не лезь куда не надо, будь хорошим другом. По мелочам не расстраивайся и делай, как знаешь, делай, как хочешь. Гуляй, пока гуляется. А, еще одно. Так, самое главное, наслаждайся каждым моментом, даже если они плохие, они приведут к хорошему. Так что не бойся, все будет хорошо, как Диана сказала. Просто делай, что ты не пожалеешь. Так что, ребят, если вы хотите тоже себе год назад что-нибудь сказать, напишите нам в комментарии, будет интересно почитать. Пока-пока!